Добрый день, вашему вниманию представляю натуральные шубы Голландия. Начнем мы с такой прекрасной шубки. Натуральный мех горный козлик. Такая вот она коротенькая, очень классная. Размерчик 38-40. Еще одна шубка, тоже такой воротничок у нее. Посмотрите, какая она длинная, очень мягкая, натуральный мех. А размер, я думаю, что 40-й. А здесь у нас идет жилет на подкладе небольшом. Такой длинный. Размерчик, я тоже думаю, 40-й. Здесь вот, посмотрите, имеется такой разрезик. На клепочке закрывается. Еще шубка одна такая же. Горный козлик. Размерчик. Размерчик не указан. Я думаю, что 36-38. Такая вот она шубка. Укороченная тоже. Здесь воротничок тоже стоечка, можно загнуть. Шубка очень мягкая, натуральный мех. По плотности тонковатая. Закрывается на такие крючочки. Размерчик 40-й, думаю. Такая вот она тоже удлиненная. Здесь шубка идет с такими вставочками, как у куртки. Закрывается на замочек. Внизу имеется замок. Сейчас покажу вот длина. Размер, я думаю, на L. Натуральный мех. У всех шубок, у всех жилетов. Здесь жилеточка у нас на замочке закрывается. Размерчик S. Капюшончик не снимается. Такая вот она миниатюрная. Смотрите, какая тоже классная шубка, очень мягкая, плотная. Я думаю, размер SM. Такая вот она классная расцветочка. Здесь у нас шубка, я думаю, на LXL размерчик. Такая удлиненная, широкая. Так, шубка с капюшоном. Капюшон не отстегивается. Такая вот она тоже размерчик S, я думаю, подклад тоже не слишком толстая, тяжелая, такая легонькая шубка. Здесь жилет, тоненький такой подклад. Размерчик, я думаю, ML, лисичка. Здесь у нас пуговка идет у горловины, застежки, крючочки, такие вот. Размерчик L, я думаю, такая удлиненная, смотрите, хорошая шуба, очень классная. А здесь у нас тоже горный козлик, я думаю, идет. Размерчик ML, такая вот она классная светлая шубка. Здесь идет шубка со вставками кожи, вот с такими вот, то есть без меха какие-то вставочки есть. Размерчик L. Такая вот она укороченная. Здесь у нас идет жилет. Я думаю, что мех белочки. Тоже размерчик S. Закрывается на один крючочек. Такая вот. Тоже интересная моделька. Шубка идет вот с подкладом. Здесь видите, как она получается с таким разрезом сзади. Размерчик L. Такая вот мягкая. Очень шубка. Мех натуральный. Так, сейчас еще вам покажу, какие есть модельки. Какая красота.
28 размера. Посмотрите, какая красивый подклад какой. Вообще шубка очень классная, мягенькая. Такая укороченная. Очень хорошая. Здесь у нас шубка идет размера ML. Такая вот, тоже не слишком длинная, средняя длина. Отличная прям. Так, здесь у нас шубка. Размерчик, я думаю, L. Такая вот тоже укороченная. Так, здесь, я думаю, у нас шуба из мутона. Тоже размер L. Вставочки, видите, какие классные. На рукавчиках и воротничок другой. Такая вот она. Не слишком тяжелая. Так, здесь у нас шубка тоже размер L, может даже 2XL. Такая вот удлиненная модель. Тоже очень классная. Мутоновая шубка. Размерчик, я думаю, M, S. Рукавчики такие. Тоже классные, как фонариком идут. Очень классная, мягкая. Так, шубка здесь у нас идет как плащ. Тоненькая. Размерчик L. Длинная. Так, здесь у нас, я думаю, S-очка размерчик. Тоже вставочки на воротниках имеются. Такая, отличный такой вариант. Здесь тоже горный козлик. Размер L. Такая шубка отличная. Здесь мутоновая шуба. Размер ML. Очень плотная, утяжеленная. Так, еще одна вот тоже шубка. Я думаю, что размер LXL. Тоже вставочки. Воротничок такой у нее отличный. Смотрится очень интересно. Также в лоте имеются шапочки. Есть вот такая вот шапка-ушанка с бумбушками, очень классная. Так, вот такая вот еще шапочка тоже. Здесь сверху как замша. Очень красивая. Еще одна шапочка, ушанка. Здесь ушки сверху завязаны. Такая мягкая очень. Все из натурального меха. Еще одна такая вот шапочка. Здесь вот тоже шапка, ушанка. Сверху ушки завязаны. Такая вот она отличная. Сейчас покажу вам еще шапочки. Это еще не все. Есть такие вот. Такая шапочка. Все из натурального меха. Также еще в лоте имеются воротнички. Есть широкие. Сейчас я вам покажу, какие. Такие вот широкие есть воротнички. И еще есть узкие. А вот еще широкий один. Такой вот он с дырочками такой. Интересно очень. Здесь вот бумбушка. И вот такие вот еще есть узкие. Вот. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.